Исчезновение пожилого мужчины стало для родственников полной неожиданностью. Ранее из дома не уходил, да и в тот день он отводил внука в спортивную школу. Должен был сразу вернуться домой, но к концу дня так и не появился, а сын пропавшего забил тревогу. В один прекрасный момент мой отец, пожилой человек, в возрасте почти 80 лет, просто-напросто пропал исчез. И, обратившись в органы полиции, совместно с интернетом, с волонтерами, с ребятами и со своими там, родственниками, усилиями, очень короткий срок, но предотвратили, видимо, какое-то плохое событие. В ходе поисков поступила информация о том, что пожилого мужчину видели в Шекснинском районе. Он шел в сторону леса. На место незамедлительно выехали полицейский кинолог, волонтеры и родственники пожилого мужчины. Совместно со служебной разыскной собакой по кличке Бруно Банани было пройдено в лесном массиве примерно 10 километров. Пройдя по лесному массиву, собака сработала до деревни Камешница, где была составлена беседа с местным жителем. След привел к одному из домов. К счастью, владелец жилища смог указать дальнейшее направление поисков. Владелец дома рассказал поисковой группе, что дедушка попросил его отвезти в Кирилловский район на могилу к погибшему родственнику. Поисковая группа направилась в Кирилловский район. Спустя несколько часов пожилого человека нашли в деревне Талицы. Дедушка был в изнеможенном состоянии. Ему оказали необходимую помощь, согрели и отвезли домой. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Ольга Соловьева, Сергей Павлов, Новости.